Очень жарко. Скажи что-нибудь недовольное. У меня мокрые перчатки не высохли с утра. Скажи что-нибудь на тренерском. Можно я вовремя пригодить, пожалуйста? Можно музыку потише? Вас не слышно. Телефоны беззвучно переводим, я не буду тут перекрикивать. Я буду. Еще на тренерском скажи что-нибудь. Пятнашки давайте возьмем нормально. Фу, по тренерскому. Есть кто-то, кто в первый раз у нас сегодня? Нет? Уже все? Второй? Супер. Че, пора? Еще 2 минутки, давайте постоим. Зачем? А то вдруг все раньше сделаем, придется еще что-то тогда делать. Ну расскажи историю тогда какую-то. Ну придется, значит, что-то другое делать. Все из-за нее. М? Бить? Купить? Тебе бесплатно, ты никто не смотрит. Спасибо, Катя. Просто, возможно, мы делаем не тот контент, который хотят покупать. Если вы понимаете, о чем я. Конечно, не тот. Что значит возможно? Уф. Ну, надо начинать. К сожалению, придется начать. Я не могу больше. Мне здесь быть? А? Вот здесь стоять? Вот здесь? Да. Еще раз. Наклон. И вращение. Обратно. Одному. И обратно.
потянулись. Наклон. Наклон вперед. Одна тяга к низу живота. Одна груди. Еще один. И встаем. Правую оставляй. Левой. Снова правая. Отведение в сторону.
прекрати вращение! Вперед! Меняй ногу! Обратно! Садись! Еще разок. Т-планка. Опускай таз. Встаем. Давай, на другую сторону. И вниз, и наверх. Вставай. Давай, еще разок. Отжимания добавь. Останься. Левая голень. На левой останься. Наклон. Поменяй. Планка. Собака мордой вниз. Собака мордой вверх. Вправо шаг. На правую.
Давай. На левую. И снова на правую. Поворот. Центр. Левое бедро вниз, вверх. Правое колено разгибай. Еще один. И на левую ногу. Налево. Еще раз. Правое бедро. Левое. И в центр. Итак, для тех, кто у нас впервые на занятии, я расскажу, что у нас будет 4 блока. В каждом блоке по 3 упражнения. Одно силовое со штангой, одно функциональное с диском, одно кардио задание. Каждое мы будем выполнять по 2 минуты. Между блоками отдых 2 минуты. Вот, нам нужно 4 штучки успеть сделать. И начнем мы с приседаний, берем штангу. Стандартная постановка ног, стопы чуть-чуть наружу развернули. В полную амплитуду работаем. Через 4, 3, 2, на 2 счета садимся. Четыре. Еще разок. Минута есть. Одна вторая амплитуды. Вниз. Серединка. Вниз. И встаем. Еще. Осталось 6 раз. Еще 30 секунд работаем. Осталось 2. Все.
садимся. И три вниз. Еще раз. Оверхед. И теперь диск перед собой. И два вниз. Еще разок. Давай наверх. У вас просто приседания. Посмотри, в одну сторону сделаем и в другую. Давай, наверх. Еще разок. И на полупальцах то же самое. Последний раз. Все. Еще, еще, еще чуть-чуть. И снова медленно. С паузой на третий шаг. Три. Раз, два, три. Не останавливайся, если не делаешь, просто шагай на месте. Осталось 15 секунд. Шаг. Мы отдыхаем 2 минуты. Разверни.
крайняя. Ага. Ага. У нас будет жим от груди. Широкий хват. Через 8, 7, 6. На 2 счета опускай. Еще. Еще разок. И на 6 к 2. 6, 5, 4, 3, 2. И на 2 вверх, хлоп. И еще. Наверх. Еще разок так же. Вот сюда давай. 2 вниз. Хоп. И медленно, медленно. Вверх. Еще 1. И 4 к 4. Вниз потихонечку. И также наверх. Не торопимся. Осталось всего 2. Давай еще разок. Все, штангу на колено. Аккуратненько встаем. Убираем ее в сторонку. Берем диск. Стесняетесь? В планку дошагни. Мы потом тебе планку сделаем. Давай. Внизу останься, мы добавим отжимания. И возвращайся. Отжимания. Обратно. Еще раз. Теперь с колен. Возврат. Коленочки. По 1 разу. Thank you.
Лени. Еще потерпите немножко. На шаг. 2 минутки отдых. Как дела у вас? Свежо, да? В следующем блоке у нас наклоны. Подхватом держим штангу. Подождите, еще не час, еще минутку отдыхаем. Через 30 секунд. Итак, через 8 счетов. 7. Хват шире плеч. 2 счета. Давай, вниз. 1 тяга. Ноги на ширину таза. На 4 счета медленно. Еще 1. Вниз и встаем. Ровняй спинку. Во. Угу. И лопатками тянись.
лопатки. Ага. Осталось два раза и все. И последний. Чуть-чуть поменяем. И два наклона. Наверх. Еще чуть-чуть. И рука поменялась. Наклон. Давай по разу. Вращение. Наклон. Потянулись. Ниже, ниже, ниже. Еще 15 секунд.
наш шаг. Все, у нас последний блок. В последнем блоке мы сделаем сначала кардио, это будут бёрпи, затем мы сделаем выпады назад с жимом, ну не сразу, естественно, постепенно добавим, на одну ногу, потом на другую, и затем подъемы корпуса из положения лежа в положение сидя со штангой, все. Еще минутка. Начнем через 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, давай. Прыжком назад. Отжимания добавь. Прыжок наверх. Осталось 15 секунд. Прыжок-то где? Штангу берите. Молодец.
Ну вот же! Не вот так, а вот так! Делай, 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 что стоит! Все! Я должна сказать! Коврик! И штанга! Правая и левая. Правую ногу вытягиваем, левую на верхнюю.
и колено уходим за правое ухо. Положение сидя, пожалуйста. Спиной. Ноги в диагональ. Правой. И к левой. Потянулись через бок. Поменять сторону. Встаем. Все, супер, всем спасибо.